Здравствуй, дорогой друг, с тобой Розен. Хочу продемонстрировать тебе видео важность выбора скилла. Если ты подходишь к 68 уровню, или ты где-то достал фил скилл, или тебе могут дать фил скилл, это метеор или хаос, я тебе помогу выбрать. Данное видео вы видите два мага, то есть меня 74 уровня и моего оппонента 73 уровня, тоже маг, только получается у меня метеор, а у моего оппонента хаос. Первый бой не сотрите, это был такой разминочный бой, там прикалывались. Мой оппонент на фил карте с фил агатом, у него есть буря третья. Но у него есть хаос, и он 73 уровень, а я 74. Хоть у меня меньше статы, вы можете видеть его и мои статы на экране. Просто перед этой дуэлью я видел, как мой оппонент меня передамажил Назарыч, и я понимал, что я упаду мордой в грязь, как бы. Но мое стримерское нутро мне сказало: нет, тебе нужен контент, тебе это нужно. Я решил потестить, и, конечно, меня положили мордой в пол. То бишь, хаос. Что такое хаос? Это такой скилл, бьет тьмой, наносит урон и еще на некоторое время накладывает на тебя дебаф, который жрет твое хп и не дает тебе телепортироваться. Ну вообще, это ужасный скилл в PvP. А вот метеор — это скилл, который помогает тебе фармить и получать больше профита на спотах. То бишь, когда вы подходите к 68 уровню, вы насобирали 15 миллионов хонора, вы должны понимать, что хаос вам поможет в PvP с оппонентом немножко, ну, выше вас, но без хаоса. Но если у вас будет метеор, то вы просто улетите, потому что вы ничего не сможете сделать оппоненту с хаосом, с одинаковыми статами. То ваш выбор очевиден, какой вам выбрать, это видео вам показало.